Потасовки, устроенные фермерами, закончились тем, что несколько карабинеров оказались в больнице. Их в буквальном смысле пытались давить тракторами. Четверо стражей порядка получили различные травмы, есть и довольно серьезные. А вот виновным за беззаконие предстоит ответить в уголовном порядке. Демонстранты прорвали оцепление, чтобы попасть в парламент, не скупясь на удары. В этот момент и пострадали карабинеры. Им потребовалась помощь медиков. По данным руководства карабинеров, ногу одного из служащих придавило трактором, который протестующие использовали как таран. У карабинера, на которого наехал трактор, перелом левой ноги, ушиб груди и живота. Еще один полицейский, избитый протестующими, получил сотрясение мозга и синяки. Третий страж порядка, по словам врачей службы экстренной помощи, получил ушиб грудной клетки и внутренней стенки живота. Sunt în afara pericolului, au fost preluați toți patru de către амбуланса, примеск ингрежири медикали на момент. Виновных накажут в уголовном порядке. На момент полиция порни два процесса пенале. Хулиганизм, дачи коаграванты, и респективы аппликария виоленции супра ангажатилор дин домене ордене публике, инчеркынд се и детермине се нуш экзерчите атрибуциле функционале. Виновным грозит от 3 до 7 лет заключения. По сообщению полиции, в уголовном порядке расследуются и прозвучавшие угрозы в отношении жизни правоохранителей. Наказание по этой статье Уголовного кодекса – штраф до 67,5 тысяч леев или 2 года тюрьмы. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения водителям сельхозтехники грозят административные санкции. Как сообщили в МВД, некоторые участники акции протеста утром перегнали тракторы, несмотря на предупреждения патрульных, призывавших не нарушать закон. Мало того, они припарковали сельхозтехнику на пешеходной зоне, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан.